Я такой домой зайдем, смотрю в подвал. Ты смотришь, не шли куда. Артём. Блядь. Ну, срезал. Что-то полегче. Тома. Ты где? Упс. Ты где? И тут он выходит. Я перезаряжаюсь, Артём. Быстрее. Два хп. Ты откуда знаешь, где я? Ёб твою мать. Там не тебе. Пошёл ты. Ты где был вообще? Я через тебя перепрыгнул. Это что? Сзади. Я в углу стоял. Ты? Слышу 209 урона. Что это было? У меня уже говорит. Ну, я посмотрел в дом, мне показалось, что ты там идешь прыгнутый. Возвращаюсь назад, там чисто. Там был? Скажи, пожалуйста, где? Бля. Что это было, нахуй? Бля, уже я посмотрел. Бля. Я пересрал, серьезно. Я еще так и шел, похожу на чупакабру. Я серьезно. Бля, прикинь, вот это что я забыл купить. Как я забыл его купить, этого зоса? Подожди. Не, а что это было? Я выехал секунду три назад. И за угол, и ты убегаешь. Еще на живой. Я отошел в огонь. Через... Мне тише сидеть, ничего не пришло. Ступни.
Ну что, я даже shift не буду нажимать. Поделись-то. На еще одну делись-то. Да. Упс. Тише. Нет, я не успел. Я так не стал. Я все проверил. Чего же? Даже огонь за собой бросил, что ты не пошел. Я внизу был. Я знал, что ты на второй этаж побежишь просто, а потом увидел тебя. Ты что за херня? Как ты это делаешь? Почему я тебя не замечаю? What the fuck? Ты как? Бля, ты видел меня? Ты не видел? Да ладно! Знаешь, я открыл дверь и за дверью стал, там где угол есть, возле лестницы, да? Короче, смотрю, ты у себя, ну, со спауна, типа, со стороны спауна на балконе ходишь. Идешь налево с шокером, я думаю, пойду туда. Выглядываю, ты в другом окне. Выглядываю еще раз, тебя нету, я бегу, и думаю, что за дверью. Ух ты, бля! Знаешь, в следующий раз я просто по стену буду стрелять. Бля! Как ты так быстро двигаешься? Я за тобой из подвала и шел. What? What? Я видел, что ты слышал. Ну? О, хеллоу! Стой! Давай договоримся, это. Ну ладно, не надо не стрелять. Ты серьезно? Там одна секунда была. Я не знаю, две, а че одна. Я помню, я смотрел, три было. Hello. Ого, вы досмотрели до конца. Ну, мне очень приятно, скажу. Так что спасибо огромное за просмотр. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Обязательно зовите своих друзей, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, конечно же, если вам понравилось это видео. Всем пока, до встречи.